там они оттуда стартуют. Они уезжают в город. Они все пойдут туда, а это да? Дальше. Туда. А? Туда они пойдут все? Ну, по ходу дела, да. Вот тут, как я понял, дети. Ну, УАЗик поедут, а там нет. Вот, потом. По опыту железа в апреле, да, из пяти кругов, из пяти УАЗиков прошло только полтора круга, самое большое. Но в этот раз надо постараться. Хотя бы два. Побеждает, соответственно, в любом случае тот, кто дальше заехал. Помогать можно друг другу? Там в трофик. Хотите, помогайте, хотите, не помогайте. Это ваши проблемы. Ваша трасса, ваша гонка. Шесть кругов для стандарта. Шесть кругов. Она очень простая, скоростная практически. Значит, сложная трасса будет для подготовленных. У них пять кругов. Подготовленных за коридором можно цеплять лебедку. За коридором цеплять лебедку можно. Просьба машины первого, да? Кто первый стал, пойдет сюда. В принципе, да. Справа или слева есть... А погладь вычеркнуть. Сто раз. Минут еще, Черме. Журналисты, фото! Готовы к старту? Обязательно. Верите в победу? По-любому. Ну, мы ее вам желаем. Спасибо. Будем вас болеть. Thank you.
Деда, посмотри! Да. 12 капель кузова лопата. Вот зато. Ты его поймешь, блядь, то ли все, то ли нет. А ты так вот. Бля, не упади, я тебя прошу. Заглуши пока, заглуши пока, заглуши ее. А то пусть заведем. Все, у нас у него масла переднего нету. Вот отсюда, смотри, какой кадр можно сделать. Видишь? Вот отсюда. Вот этот вот. Возьми вот эту тоже. Глуши, Саша, сейчас все выгонит, сейчас флажок выгонит, глуши. Давай блок сюда, давай вот сюда. Это
что там будет? Это не верно, наверное, попадает. Царь, попробуй назад скатиться.